Неуместный тезис доказывает не то, о чем идет спор или ведет к выводу, не имеющему отношения к дискуссии. Таким, в частности, является уже упоминавшаяся популярная среди атеистов обоснование так называемого антропного принципа за счет ошибки выжившего. Почему параметры Вселенной так удивительно подходят для существования жизни? Да потому что в противном случае нас бы здесь не было и удивляться было бы некому. Действительно, если бы вселенная не была идеально пригодной для жизни, мы бы в ней не жили и не обсуждали бы этот вопрос. но это не объясняет того, почему же все-таки вселенная настроена именно таким образом чтобы быть пригодной для жизни. В качестве полемического приема неуместный тезис нередко используется для того, чтобы перенаправить дискуссию в иное русло. Например, в более безопасное, как в случае со слушанием дела Павла в Синедрионе. Как вы помните, ассийские иудеи возбудили против апостола весь Иерусалим, крича «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех и повсюду учит против народа и закона и места сего». Притом и Еленов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ввиду начавшихся беспорядков – Пришлось вмешаться силовикам. Оппоненты Павла требовали э, отберущего ситуацию под контроль тысяченачальника, истреби от земли такого, ибо ему не должно жить в 22-22. Тот же, будучи э, не в силах понять суть обвинений самостоятельно, созвал заседание Синдриона. Итак, обвинение заключалось в востворении храма через введение туда язычников. Доказательство или провержение этого факта заняло бы неведомо сколько времени и неизвестно, чем бы еще кончилось. Узнав же Павел, что тут одна часть садукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, мужи братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят. Когда же он сказал, сказал это, произошла расприя между фарисеями и садукеями, и собрание разделилось. разделилось Деяние 23, 6, 7. В итоге Вердикт так и не был вынесен, и дело было передано под юрисдикцию римской администрации, где Павел мог бы рассчитывать на более объективное его рассмотрение. Как видите, классификация неформальных логических ошибок сама по себе тоже не является жестко формальной, и одна и та же ошибка зачастую может попасть сразу в несколько категорий.